Я вас поздравляю. У вас с машиной все хорошо. Техосмотр вы прошли. Спасибо большое. Пожалуйста. С вас 10 тысяч рублей. Всего-то? Слушайте, у меня, раз такое дело, есть еще к вам вопрос. Смотрите. Ага. Ой, у меня в машине какие-то странные циферки вот там. Вот. Что они означают? Вот здесь вот? Да, вот тут внизу, да. 166-534. Да, что это такое? А вы что, не знаете? Нет. Это же киловатты за свет. Ну вы же светом пользуетесь, дальним, ближним? Пользуюсь. Пользуетесь? Да. А вы оплачивали в этом году их? Вообще ни разу не оплачивали. Серьезно? А что? Послушайте, если вы не оплатили, у вас могут гаишники, если остановят, эвакуировать автомобиль за то, что вы не оплатили. Вам надо оплатить. Смотрите, это значит 166. Ну, в общем, вам 16600 рублей надо оплатить. Мы сейчас здесь быстренько это оформим. А у вас госуслуги, можно, да? Да. Ага. Вы сами там в госуслуги? Мы сами все сделаем. Все хорошо. Да. А куда? Касса вот там. Ага. 16600 рублей. Хорошо, спасибо. Да, вот туда.